22 декабря 2015 год. Это памятный знак 50 лет ВЛКСМ. То ли реконструкция, то ли декоммунизация с ним. Там Барабашово. 50 лет СССР, 50 лет ВЛКСМ. Кстати, по поводу 50 перекресток, соответственно, называется в Харькове не иначе, как 50 на 50. Вот там Барабашово. Еду на 107 маршруте, который поворачивает именно на 50 на 50, уходит влево. На Барабашово не еду на 107 маршруте. Девушка открывается двери на остановке, девушка спрашивает у водителя: до Барабашова едете? На что он ей отвечает: 50 на 50. Девочка надувает губки и обиженно уходит. Не харьковчанка.